блаженства, как если мы говорили о деянии самого Господа Кришны. Therefore, although we will be hearing stories about Srila Prabhupada's activities beginning from mid-1960s on until his visit to Moscow in 1971, that is only a small window of Prabhupada's pastimes. Поэтому, когда мы будем слушать об этих играх Шрилы Прабхупады, начинающихся с ранних 60-х годов, когда он приехал на Запад, и подводящих нас к 71-му году, когда он приехал сюда и вступил на вот эту землю, Бывший Советский Союз, это лишь окно, небольшое окошко, которое позволяет нам заглянуть в эту сокровищницу игр Шрилы Прабхупады. But it is a very important and significant window for all of us. Это окошко очень важно и очень значимо для всех нас. It's very relevant to all of us. И оно очень актуально для всех нас. Because in that window of Srila Prabhupada's presence and activities here in this world, he displayed the quality of compassion and love and care and commitment which had an impact on every one of us sitting here in this room. Потому что эти короткие 12 лет, за это, как мы сказали, временной промежуток, за это временное окно, что он являл свои игры на этой планете и был доступным нам, Шрила Прабхупада явил удивительные качества сострадания, заботы. Он также связал себя определенными очень прочными обязательствами перед всеми нами. И именно благодаря этим качествам, которые милостью проявил Шрила Прабхупада, мы пришли сюда, и они касаются непосредственно каждого из нас. We are gathering here to rededicate ourselves to that connection. Поэтому мы собрались только для того, чтобы снова посвятить себя, снова выразить свою преданность и этой связи со Шрилой Прабхупадой. That connection that each and every one of us sitting in this room has with his divine grace, Srila Prabhupada. Этой связи, которую имеет каждый из всех сидящих в этом зале, все связи со Шрилой Прабхупадой, с его божественной властью. It is a connection that is palpable. Это осязаемая связь. And the more we hear it, the more we experience, the more we feel gratitude, that connection simply becomes stronger. И чем больше мы слушаем об этой связи, чем больше мы ощущаем ее, чем больше мы испытываем благодарность за эту связь, тем крепче она становится. We can feel gratitude, especially when we embrace everything that somebody has to offer us. Мы испытываем особенную благодарность, когда с благодарностью принимаем то, что нам предлагают. And therefore, even that gratitude that we are experiencing in connection with Srila Prabhupada is also should be ever increasing. Поэтому эта благодарность, которую мы испытываем за связь нашу со Шрилой Прабхупадой, также должна расти день ото дня. Because the more we understand the depths of what Srila Prabhupada came to give us in this world. Потому что чем больше мы будем осознавать глубину того дара, который пришел дать в этот мир Шрилы Прабхупады, which is the substance of Krishna consciousness, which Srila Prabhupada came to give. Которая является сутью сознания Кришны, даровать которое нам пришел Шрила Прабхупада. The more our gratitude and appreciation simply increases more and more and more. Тем больше будет возрастать наша благодарность, наша способность оценить этот дар больше и больше. And as gratitude increases, also the desire to give something back in return also increases. Чем больше будет расти наша благодарность за этот дар, тем больше будет расти наше горячее желание предложить что-то взамен этому дару. In this way, bhakti takes birth in the heart of the living entity by the compassion of Krishna's pure devotee. Точно вот таким образом бхакти рождается в сердце живого существа благодаря состраданию чистого преданного. Krishna's pure devotee also, after planting that seed of bhakti within the heart by his kindness and compassion, also continues to water it. И благодаря своему состраданию, посадив это семя Кришна бхакти в сердце живого существа, чистый преданный Кришна продолжает из своего сострадания и милости поливать или орошать этот росток, чтобы он продолжал расти. Hearing the pastimes of Srila Prabhupada is like watering that seed of bhakti within our hearts. И слушание повествования о деяниях Шрилы Прабхупады сравнивается с такой живительной влагой, которая орошает растение преданности в нашем сердце. And as the seed continues to grow by hearing such transcendental narrations of Krishna's pure devotee, the desire to offer something back to him in return will naturally increase. И по мере того, как наш росток преданности будет продолжать расти, благодаря этой живительной влаге и повествованию о деяниях чистого преданного, по мере этого будет также расти наше желание предложить что-то чистому преданному взамен, знак благодарности. That is the significance of this event. Вот в этом значимость сегодняшнего события. Of course, there are many other significant reasons for taking part in this event. Разумеется, есть еще много других значимых и значительных причин, по которым мы собрались на это событие. And that is also to recognize and express our gratitude
to those devotees who pioneered Krishna consciousness under Srila Prabhupada's guidance and instructions. Одна из таких причин, например, это выразить свою благодарность и признательность тем преданным, которые были в первом ряду, которые стали пионерами развития, распространения движения сознания Кришны здесь, в Советском Союзе, под руководством и по указанию Шрилы Прабхупады. Especially those who pioneered and expanded Krishna consciousness here in the former Soviet Union. Особенно тех преданных, которые распространяли сознание Кришны и стали первыми, кто принял сознание Кришны здесь, в бывшем Советском Союзе. They are all instruments in the hands of Krishna's pure devotees. Они все являются инструментами в руках чистого преданного Кришны. I remember a few years ago, I shouldn't speak too long. Не должен слишком затягивать свою речь. Because others are speaking. But I wanted to share a little realization I had. Но я хотел поделиться с вами одним глубоким пониманием, которое пришло ко мне несколько лет назад. I was in Pune, in India. Я тогда был в Пуне, город Пуна, который находится в Индии. And I had the great fortune of hearing my god brothers and god sister, Shyama Sundar Prabhu, Gurudas Prabhu, and Malati Prabhu, churning their memories of Srila Prabhupada. Мне выпала великая удача слушать из уст моих духовных братьев и сестер Шрима Сундары Прабху, Гурудаса Прабху, Малати Прабху об их воспоминаниях, о том, как они пахтали эти воспоминания об игре Шрилы Прабхупады в ранние годы. They were invited to speak about their memories of the early days of the Krishna consciousness movement with Srila Prabhupada as their guide. Они их попросили рассказать о первых годах движения сознания Кришны и о том, как Шрила Прабхупада играл роль их поводыря и наставника в те годы. And they were speaking many precious hours of relating their memories and their gratitude. Они наполнили много часов этими драгоценными воспоминаниями о Шриле Прабхупаде и о том, какие отношения связывали с ними, как они относились к нему. And as I was sitting and listening with rapt attention, I began to experience something in my heart. Я не ослабевающим вниманием слушал их рассказ и вдруг стал испытывать что-то необычное в своем сердце. And I began to think that actually the phenomena that they are describing in the early days of Krishna consciousness of total selfless surrender to Krishna's pure devotee is not different than the mood of Vrindavan. Я вдруг понял, что тот дух, то состояние сознания, которое они описывали, которое наполняло их рассказы про Шрилу Прабхупаду и про ранние годы общения с ним, а именно дух полного, безраздельного, абсолютно бескорыстного предания чистому преданному Кришне, абсолютно не отлично от духа Вриндавана. The mood of Vrindavan is that the devotees are attached to Krishna and they know no one but Krishna. Потому что во Вриндаване преданные именно так себя ведут. Они безраздельно привязаны к Кришне и никого, кроме Кришны, не знают. And they're always ready to sacrifice themselves, their time, their energy, their life, their body, everything for Krishna. Они готовы пожертвовать всем, что у них есть, самим собой, своими телами, своим временем, своими усилиями, всем, что у них есть, своим имуществом ради того, чтобы служить Кришне, отдать Ему все это распоряжение Кришне. They don't know that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. При этом они не знают, что Кришна верховный личность Бога. That is the nature of Kevala Bhakti or Jnana Shunya Bhakti. Вот эта природа Kevala Bhakti или Jnana Shunya Bhakti. They actually think of Krishna simply as their friend or son. Они думают о Кришне только как сладышка, как о своем друге или о своем сыне. And Krishna simply evokes so many emotions within their hearts, and the devotees are. Pure unalloyed devotees are giving everything that they have for Krishna. И Кришна пробуждает такие удивительные эмоции в их сердцах, что преданные, не раздумывая, все дают в Его распоряжение, все дают Ему. Krishna's pleasure is their life. Потому что счастье Кришны для них — это их жизнь. That is the mood of Vrindavan. Вот чем они живут, это настроение Вриндавана. Krishna's pleasure is the life of everyone in Vrindavan. Все в Вриндаване живут счастьем Кришны, ничем больше. And I was hearing the sacrifices and the stories of how the devotees were ready to do anything for Srila Prabhupada. И когда я слышал истории о том, как эти преданные в самые первые годы были готовы пожертвовать чем угодно ради Шрилы Прабхупады. The perfection of every activity they did was simply Srila Prabhupada's smile.
И совершенство любой их деятельности, любых усилий для них было просто улыбка Шрилы Прабхупады. They lived for that smile. Они жили для того, чтобы увидеть эту улыбку. Every moment, every breath was simply the sole exclusive intention was to see that smile. И каждый момент их жизни, каждое дыхание их жизни было единственной, имело единственную цель, единственное достижение было, которое стали перед собой, это просто увидеть улыбку на устах Шрилы Прабхупады. And that smile was always a confirmation in their hearts that their life had meaning and purpose. И эта улыбка на устах Шрилы Прабхупады для них была подтверждением того, что жизнь их имела смысл и имела цель. I was thinking, this is the mood of Vrindavan. Я подумал, это и есть настроение Вриндавана. I'm actually hearing this unlimited pastimes, selfless pastimes of servants serving Srila Prabhupada totally selflessly and simply for his pleasure only. Я слышал, как эти преданные служили Шри Прабхупаде лишь руководствуя всего наслаждением, ему счастьем, ничем больше, безмерно бескорыстным. And one of the characteristics of Jnanasunya Bhakti, as or the devotional service rendered by the devotees in the spiritual world. И одна из характеристик Jnanasunya Bhakti или умонастроения преданного служения, которое отличает преданных, служащих Кришне в духовном мире. Their knowledge is the highest platform of knowledge. Потому что уровень их знаний — это высочайшая вершина знаний. But it's called Jnanasunya. Она называется Jnanasunya. Without knowledge. Лишённые всякого знания. That's the highest platform of knowledge. Это высочайшее совершенство знаний. They don't know Krishna's God. Они не знают, что Кришна — Бог. Krishna is simply their friend, Krishna son, просто, lover. Просто их друг, их сын, их возлюбленный. And they don't know that they're the most elevated personalities in creation. И они не знают при этом, что сами не являются самыми возвышенными живыми существами во всем творении. They're not aware of that. Они даже не знают об этом. They don't know that. И это отсутствие полного какого-либо понимания о того, что свое особенное положение отличает все их разговоры и обсуждения друг с другом. And I was thinking that actually, yes, this is the same I'm hearing when these devotees speak. They don't, for some of them in these early days, they didn't even know they were part of a mission. Я подумал вдруг, что когда я слушал рассказы этих преданных, что именно такое же отсутствие какого-либо понимания того, что они особенные, что они уникальные, отличает рассказы этих преданных на первые годы. Некоторым из них не было даже известно, что они были частью миссии. I was recently reading Mukunda Maharaj's account in his book Miracle on Second Avenue. Yes. Недавно я читал книгу Мукунды Махараджа, которая называется «Чудо на Второй Авеню». And he was describing these early days of how Prabhupada captured him and captured others. И он обсуждал, рассказывал нам про эти ранние годы, ранние дни, на самом деле, сознания Кришны, когда Шрила Прабхупада поймал Мукунду, поймал других всех остальных. And the way that he had written was such a way that it was clear that the only thing he knew was he liked the Swami. И эта книга написана так, что из нее ясно, что единственное, что он, в чем он не сомневался, в том, что он очень, ему очень нравился Свами. He just wanted to do something for the Swami. И он просто хотел что-то сделать для этого Свами. And everything he did from his very initial connection with the Swami and Shyamasundara Prabhu's initial connection with the Swami, everything they did was just simply a desire to, they wanted to do something to please him. И единственное, что двигало ими с самых первых дней их связи, их встречи со Шрилой Прабхупадой, его встречи с Мукундой Махараджей и Шамасундарой Прабху, это просто желание сделать что-то приятное для него, потому что он им очень нравился. It took time before they actually began to realize that there's a plan behind this. И прошло какое-то время, прежде чем до них стало доходить, что за всем этим стоит какой-то грандиозный план. And I'm sure Shyamasundara Prabhu will share that with us. Я уверен, что Шамасундара Прабху этим с нами поделится. How he was captured in Prabhupada's plan. Как его пленили и сделали участником этого плана Шрилы Прабхупады. And hearing these descriptions and narrations simply increases my appreciation that although he doesn't think himself to be very significant. И я слушаю эти рассказы, эти повествования про преданных учеников Шрилы Прабхупады в ранних днях, проникаюсь все больше и больше глубиной их связи с Шрилой Прабхупадой, хотя они сами не считают себя чем-то выдающимся. He doesn't think himself to be insignificant. Шрила Прабху не считает себя чем-то значимым вообще. But in my heart, he's кем-то значимым. He is so dear to me.
Но в моем сердце он очень-очень дорог мне. Because he gave everything to Prabhupada. Потому что он отдал Шриле Прабхупаде все. I came to understand and came in contact with this Krishna consciousness movement. I came to understand this Krishna consciousness movement and came in contact with this Krishna consciousness movement. Я пришел с прикосновением к Because he surrendered everything to Prabhupada. Я пришел в движение сознания Кришны, пришел понять движение сознания Кришны, лишь потому что Шриле Прабхупада отдал все Шриле Прабхупаде по этой причине. He was one of the pioneers. Who started Krishna consciousness in the West? Он был одним из пионеров, которые начали движение сознания Кришны на Западе. And he was with Srila Prabhupada during his one and only visit to Moscow. И он был со Шрилой Прабхупадой во время первого единственного визита Шрилы Прабхупады сюда в Москву. Such a significant visit. Такой значимый визит Прабхупады. He recently produced a DVD called "What the Five Days That Changed the World" something. Недавно Шрима Сундара Прабху записал DVD, это видеодиск, который называется "Пять дней, которые изменили мир". So we're very grateful that he has come to share his memories and his realizations about Prabhupada. Поэтому очень благодарны Шрима Сундаре Прабху за то, что он согласился приехать и поделиться с нами своими воспоминаниями о Шриле Прабхупаде этим летом. We're very grateful to have the opportunity to again appreciate his wonderful association. И мы благодарны за эту возможность снова попытаться оценить сокровища его общения. And we thank him from the bottom of our heart. Мы с глубины сердец наших благодарим его за это. Спасибо. He says, because I'm still alive. And I said, we thank Gopinath and Krishna for that. Мы благодарим за то, что до сих пор Шрима Сундара Прабху находится с нами в этом мире. Гопинатху Прабху и Кришну. It would take an explanation. Какое-то время, чтобы объяснить, почему Гопинатху Прабху благодарим за это. We also would like to thank Her Grace Mandakini for coming also. Мы также хотим поблагодарить Ее She was also instrumental and was here in those early days, right? Она также была одним из ключевых фигур в развитии движения сознания Кришны в ранние годы. She is another associate of Srila Prabhupada. Еще одна спутница Шрилы Прабхупады. When all of you can read English or when it's published in Russian, you will hear many things about her in our godbrother Rancho Prabhu's book, When the Sun Shines. И когда, если кто-то из вас умеет читать по-английски, те из вас, кто умеет читать по-английски, могут прочитать это в книге Ранчоры Прабху, которая называется «Когда светит солнце». А те из вас, кто не умеет читать по-английски, дождитесь, когда эта книга выйдет на русском языке. И там вы очень много прочитаете удивительных вещей про Матаджи Мандакини. So, and we would like to thank also coming to participate in an event, His Grace Mahabahu Prabhu. Мы также хотели поблагодарить Махабаху Прабху за то, что он приехал и пригласил свои участки в нашем фестивале. Also Srila Prabhupada's disciple and also another associate of Srila Prabhupada. Еще один ученик Шрилы Прабхупады и спутник Шрилы Прабхупады. And we'll ask him to speak a few words also this evening. Попросим before we begin. Сказать несколько слов сегодня вечером, перед чем начнем программу. And I'm also honored to be sitting on the same seat as
His Holiness Bhaktivedanta Goswami. Для меня большая честь сидеть на одном же, на одном и том же сиденье с Его Святейшеством Бхактивиданта Госвами Махараджа. Который также является спутником Шрилы Прабхупады. He's a real associate because he's carrying out Mrs. Prabhupada's mission in the mood of Gopi Bharata Pada Kamalayor Dasa 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 Anudasa. Он подлинный спутник, потому что продолжает служить миссии, чтобы осуществлять его настроение этого стиха Gopi Bharata Pada Kamalayor Dasa Dasa Anudasa. And according to our understanding, that is a very exalted position to be in. В соответствии с нашим пониманием, именно это является очень возвышенным положением, в котором можно находиться преданным. As are also many of the other associates of Srila Prabhupada who've come to take part in our festival. Также благодарим и приветствуем всех других спутников Шрилы Прабхупады, которые согласились приехать. Who've been very instrumental in establishing Krishna consciousness here in the former Soviet Union. В нашем фестивале, которые сыграли ключевые роли в развитии, восстановлении и развитии этого движения сознания Кришны в бывшем Советском Союзе. Thank them all for coming. Мы очень благодарим их, искренне благодарим их за то, что они пришли. Thank you very much. So now we're going to ask everyone to speak briefly. Теперь мы попросим каждого из наших гостей несколько слов сказать, очень коротко. And then this evening will be dedicated to hearing from His Grace Shyama Sundara Prabhu. Сегодняшний вечер будет посвящен воспоминаниям Шрилы Сундара Прабху, Шрилы Прабхупады. He will tell us some very wonderful pastimes of Шрилы Прабхупады. Он поделится с нами удивительными историями про Шрилу Прабхупаду. And maybe he can tell us now. What? Okay. Бхактивиданта. Бхактивиданта. You'll be next. Скажет первым, потом Шрилы Сундара Прабху. Намо Вишну Падая Кришна Прачитая Бхатаре Шримати Бхактивиданте Свами Нитинамине Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине Нирвишеша Шинна Ваду Прачарине Антах Правишча Мама Вачима Випрасуктум Санджива и такие вещи. Его Святейшество Шрила Ниранджана Махарадж говорил, я вспомнил, что ровно 15 лет тому назад. Можно подключить перевод, да? Я вспомнил, что 15 лет тому назад мы отмечали точно так же 25-летие приезда Шрилы Прабхупады в Россию. Это было в концертном зале «Октябрь». Шрила Сундара Прабху также был главным героем этого события. Он также сидел на сцене, Ниранджана Махарадж был, много других преданных было в то время. И пока он говорил, я подумал, что 15 лет пролетели как одно мгновение. Практически незаметно, как прошло это время. И точно так же все время нашей жизни прилетает очень незаметно. Жизнь очень коротка. Единственное, что остается, и все поменялось с тех пор. Люди, которые сидели в зале, в значительной степени поменялись. Шрила Сундара не поменялся. Шрила Прабхупада не поменялся. Ниранджана Махарадж не поменялся. Все остальное поменялось. Мы с вами не в концертном зале «Октябрь» находимся. Мы сидим в этом пандале. Тогда у нас был храм, сейчас нету этого храма. Вместо этого у нас есть несколько консервных банок, сложенных друг на друга. Но при всей скоротечности времени что-то остается. И остается за все это время только одна вещь. То, что нам удалось отдать. Шрила Ниранджана Махарадж очень трогательно
описал, что такое любовь. Любовь — это бесконечная способность отдавать. И любое наше соприкосновение с этой бесконечной способностью отдавать будет в нашем сердце ту же самую способность, которая дремлет там. И именно эта вещь остается навсегда с нами. Все то, что мы отдаем, остается с нами. Все то, что мы пытаемся сохранить или забрать, мы неминуемо потеряем. На самом деле, единственная вечная вещь в этом мире — это любовь. И разные проявления этой любви. Шрила Ниранджана Махарадж говорил о том, что благодарность — это проявление любви. Шрила Ниранджана Махарадж также говорил о том, что сострадание — это также проявление любви, неотъемлемая часть или атрибут любви. Когда у человека есть сердце любовь, у него есть сострадание. И он сказал удивительную вещь, которую мне хочется повторить. Когда мы сталкиваемся с этой бесконечной способностью отдавать снова и снова и снова, которая проявляется как сострадание великого святого. Эта бесконечная способность отдавать сажает в нашем сердце семя той же самой способности. Шриранджана Махарадж сказал, что так бхакти приходит в наше сердце и сердце преданного. Когда мы сталкиваемся и по-настоящему ценим эту способность отдавать, то есть любовь, то у нас появляется удивительная возможность проявить то же самое, так или иначе, на своем уровне, в своей жизни. И это то, что всегда останется с нами. Это то, что называется бхакти. Это то, что называется настроением Вриндавана, когда люди готовы отдавать и жертвовать всем. И мы здесь с вами для того, чтобы оценить эту бесконечную способность отдавать, которую проявлял Шрила Прабхупада, для того, чтобы увидеть, каким образом семена, посеянные им, проросли в сердце его непосредственных учеников и дали удивительные всходы, породив ту же самую способность. И мы здесь для того, чтобы попытаться, столкнувшись с этим, попытаться разбудить эту способность в себе по их милости. Когда мы слушаем эти рассказы о бесконечном самопожертвовании, о бесконечном желании приносить добро и благо, то мы не сможем оставаться равнодушными. И наше неравнодушие проявится в том, что та же самая способность, хоть в малой степени, начнет действовать в нашем сердце. Это то, как бхакти-шакти, или энергия любви, энергия бхакти, переходит из сердца в сердце. Так что мы с вами здесь собрались на праздник любви. Шрила Прабхупада называл воскресные пиры пирами любви. Потому что такое пир любви? Это пир, когда люди собираются для того, чтобы отдать. Не для того, чтобы поесть. Не для того, чтобы взять. Для того, чтобы отдать. И у нас будет с вами целая неделя бесконечных пиров любви. Мы будем пировать, празднуя эту удивительную, не принадлежащую к этому миру способность отдавать энергию любви. И я уверен, что к концу этой недели мы все разойдемся с другими сердцами. Что если мы каждый день так или иначе будем участвовать в этих праздниках любви, то под конец наше сердце тоже почувствует что-то, что оно не чувствовало до того. Когда шел киртан, я наблюдал немного за аудиторией, и в аудитории был молодой человек, который громко навзрыд плакал во время киртана. И я пытался понять, что он чувствует в этот момент. Говорится, что когда сердце человека размягчается,
то это мягкое сердце выходит в виде слез. Когда сердце становится жидким, эта жидкость появляется на глазах. То я видел, что он плачет от любви и от благодарности. От благодарности к тому, что сделал в его жизни Шрила Прабхупада. Я в первый раз сегодня увидел этого молодого человека. Но я своими глазами наблюдал, каким образом сострадание Шрилы Прабхупады и любовь Шрилы Прабхупады продолжает жизни действовать, жить и действовать. И я очень надеюсь, что под конец вы все заплачете. Все будете уходить отсюда со слезами на глазах, потому что сердце расплавится и будет выходить сквозь глаза, как слезы. Это мое пожелание и моя надежда по отношению к самому себе, что, может быть, это чудо случится со мной тоже. Спасибо вам большое. Шрила Прабхупада ки. I have no qualification really to be here. No business being here. Я ничем не заслужил находиться здесь рядом с вами. Не должен здесь находиться вообще. Except as a witness. Кроме как в качестве свидетеля. To many of the extremely amazing activities of our beloved spiritual master. His divine grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Свидетеля непостижимо удивительных деяний нашего возлюбленного духовного учителя, Божественного Святого Бхактивинода Свами Шрилы Прабхупады. It is especially endearing to me, and I feel so much gratitude seeing all of you flowers out there, your shining flowers, who are the result, the fruits of Prabhupada's tiny microscopic seed. Меня особенно радует и особенно вдохновляет видеть, как вот вы все сидите здесь, передо мной все вы цветы, которые взросли, выросли из этих крошечных семян, которые посеял Шрила Прабхупада, вы плоды его этого, семян, которые он рассеял здесь, и вы очень радуете мои глаза. You are like a room full of sunflowers with all of your blossoms turn toward the sun, who is our spiritual master. Вы все похожи на поле, засеянное подсолнухами. Эти подсолнухи развернулись к солнцу, которое в данной аналогии представляет Шрила Прабхупада, который сидит здесь, и все повернуты своими сияющими лицами к нему. So I will be speaking at great length tonight, so I just want to say thank you so much. Thank you so much. У меня будет очень много сегодня вечером времени поговорить о Шриле Прабхупаде, поэтому я хотел просто поблагодарить вас. Большое вам спасибо. Srila Prabhupada ki. Thank you very much for this invitation. Большое спасибо за приглашение. Shyama Sundar Prabhu say that he cannot stay here. He's not qualified to stay here. Shyama Sundar Prabhu сказал, что он не заслуживает пребывания в этой аудитории. I say, please take me away from here. Я бы сказал вообще, выгоните меня отсюда. So I'm the last person to be here. He gave such a nice example that we can appreciate the purity and the qualification of the genuine practitioner of bhakti. И он своим примером дает нам замечательный, то есть показывает замечательный эталон того, каким должен быть настоящий последователь. So he compared a garden of sunflowers. Он сравнил вас с садом с подсолнухами. I can see that there is a stars in the sky of Krishna. А я бы вас сравнил со звездами, которые сияют в этом небе Кришны. All this cultural religious revolution beginning by Srila Prabhupada, we can compare as a renaissance of the real culture of the Russian society.
культура, которая культура, которая принесла Шрила Прабхупада, сравнится с Ренессансом в российском обществе. So, every time when the appearance of the Lakriya Acharya, there is a manifestation of profound high quality of culture and education. Когда бы не являлся Великий Ачарья в этом мире, его приход знаменуется развитием этой культуры, духовной культуры и образования. Шрила Прабхупада came to reveal the real culture of the soul. Шрила Прабхупада пришел для того, чтобы дать подлинную культуру души, духовную культуру. The nature of the soul, the real constitutional inclination, is to loving God and serving God. Подлинная культура для души, подлинная связь души, ее природа заключается в том, в связи с Господом, в служении Господу, в любви к Нему. So when the soul is situated or conduced to the ideal environment for this, for his natural inclination. Поэтому, когда душа оказывается в этом, в этой атмосфере, где она может проявить свою естественную склонность и естественные возможности, this is the space, the real way for happiness. Вот именно это место предоставляет все возможности для подлинного счастья. Шрила Прабхупада has Prema Bhakta, Rasika Bhakta. Шрила Прабхупада — это Prema Bhakta или Rasika Bhakta. From the beginning, he showed his natural inclination towards Radha Krishna. В самых ранних лет он проявил естественную склонность к поклонению Радхе Кришне. So with his power as a Shakti Avesha Avatar, и он проявился как Шакти Авеша Аватар, он известен таким образом. He came to reveal the original space that we can be real happy. И он пришел, чтобы дать нам то изначальное место, где все мы можем быть счастливы. To revive the culture of the soul. Где мы смогли бы снова возродить эту изначальную культуру души. So, Kali Kalira Dharma Krishna Rama Sankirtana Krishna Shaktipira Nahitara Pravartana. So, the only way to reveal the name of God and to reveal the real opportunities for devotional service is by who is connected with the source of Krishna, Srila Prabhupada. Единственный, кто может по-настоящему явить подлинную природу святого имени этого мира, и тот, кто может создать условия для того, чтобы практиковать преданное служение, служить Кришне, это тот, кто имеет непосредственную связь с источником, с Кришной, это Шрила Прабхупада. So we used to hear that Soviet Union was very tough, closed system, that very hard to infiltrate it. Мы всегда слышали о Советском Союзе, как очень трудно, как бы сказать, очень сложно было проникнуть за этот железный занавес, который окружал Советский Союз, и эта система была находилась под строгим контролем. So the Americans, the Germans, the Europeans of the West, they tried many times to infiltrate it, their own political system and culture, but they failed due to the tough program of observation of the Soviet Union. Американцы, европейцы, немцы пытались как-то проникнуть сквозь этот железный занавес и повлиять на эту культуру, на систему ценностей в Советском Союзе, но из-за того, что она находилась под очень строгим контролем, тотальным контролем, им это не удалось. But the whole system melted under the lotus feet of Srila Prabhupada. Но вся эта система тотального контроля расплавилась под лотосными стопами Шрилы Прабхупады. So the same power that Prabhupada received from Krishna, Shakti Avesha Avatar. То же самое могущество, которое Шрила Прабхупада получил от Кришны, как Шакти Авеша Аватара. He transmit, he empower his representative in this part of the world to establish and beginning the culture of devotional service. Он вложил ту же самую энергию от в преданных, которые тех редких душ, которые стали помогать ему распространять сознание Кришны в Советском Союзе, чтобы они продолжили эту миссию здесь. So these wonderful devotees that today they are looking shining and healthy spiritually by practice faithfully the instruction of Srila Prabhupada. И все преданные, которые, вот эти преданные, о которых мы говорим, получившие энергию от Шрилы Прабхупады, теперь сидят здесь очень счастливы, они сияют и получаются этой духовной энергией, которую вложил в них Шрила Прабхупада, потому что следует ему. This is the proof of Srila Prabhupada's unlimited power of transformation, spiritual transformation. И это доказательство безграничной энергии Шрилы Прабхупады, которая может трансформировать весь мир. So, thank you very much. Большое спасибо вам. Srila Prabhupada. Thank you.
Rustavel Vesensis and to Srila Prabhupada and all the exalted devotees seated here and here. Я предлагаю свои почтительные поклоны всем Шриле Прабхупаде и также всем возвышенным преданным, сидящим здесь и там. I have to say actually I'm extremely moved to have been invited here, and I thank you very much. Меня очень глубоко до глубины души тронуло ваше приглашение, что вы позволили приехать мне сюда, и я очень вас благодарю за это. Coming here when there was only one devotee, our Ananta Shanti. Я приехала сюда, когда здесь был только один преданный, которого звали Ананта Шанти. And I was seeing so many, many devotees, so enthusiastic. Actually, I asked one Mataji, I asked, how many temples do you have? And she said, oh, we have temples in Russia, in every town. Я была поражена, когда увидела, как вот тогда, когда я переехала первый раз, был всего один преданный, сейчас я приехала и глаза не могла поверить, как много преданных сейчас здесь. И я была так поражена, что спросила одной матери, а сколько у вас вообще храмов сейчас в России? И матери сказала, в каждом городе есть храм. And when I asked, how many devotees? Oh, maybe 15,000. И я спросила, сколько преданных, она сказала, ну, может, 50 тысяч. So, Prabhupada's dream has come true. И таким образом мечта Шрилы Прабхупады осуществилась. And it's so absolutely so extraordinary to see all of you here. I see you as one of the most beautiful offering of Srila Prabhupada to his spiritual master. Удивительная красота является нашим взором, когда я смотрю на вас всех, и я думаю, что вы все — это самый замечательный дар, подношение любви, которое предложил Шрила Прабхупада своему духовному учителю Шриле Бхактисиддханте Сарасвати Такуру. And I really hope that, I'm sure that during this festival, we will have plenty of time to glorify and hear all these wonderful devotees who have given their lives. I don't know if all of them are here or not, but they did so many sacrifices to spread Krishna consciousness in such a difficult and austere political situation. И я уверена, что у нас также на протяжении этой недели будет достаточно времени, чтобы прославить этих удивительных преданных, которые отдали все, что у них было, свои жизни буквально, чтобы распространять сознание Кришны в крайне сложных условиях, вот, и крайне тоталитарной политической системе. Не уверена, все ли они здесь находятся, здесь, но мы будем их прославлять и благодарить за их вклад. So we are all indebted to them, and we want to serve them. У нас перед ними огромный долг, мы перед ними долгу, и мы хотим служить им. And one last thing, because I don't want to take too much time from the memories that are going to come. Maharaj was saying about something about Prabhupada's smile, and I want to send you very shortly a picture that I just received recently. One god sister actually took a picture. When Prabhupada received the letter I sent him in the beginning about the preaching of Russia, and he was smiling because he was already seeing all of you coming. So that is your picture, that is your smile, and I promise I'll send it to you soon. Я не хотела задерживать слишком много времени, потому что скоро начнется, должна начаться сейчас лекция Шрима Сундара Прабхупады. Дорогие друзья, я сейчас сидел в этом зале вместе с вами, с большим вниманием слушал те слова, которые прозвучали, и задался одним вопросом. А может ли государство проявить любовь именно в таком понимании? Когда что-то отдаешь. Я долго думал над этим, и я пришел к положительному ответу. Что я здесь имею в виду? Действительно, 40 лет назад
наша страна была закрыта железным занавесом. Но шли годы, шли десятилетия, и уже в начале 90-х годов государство, ну, конечно, не само по себе, потому что это что-то абстрактное, а государство в лице людей, в лице граждан, которые выражали его волю в нашем российском парламенте, оно сделало очень важный шаг, приняв Конституцию Российской Федерации. И там действительно оно отдает то, впрочем, что не оно первоначально дало человеку. Это право на свободу совести и на свободу вероисповедания. Это право никто не отнимал и не отнимет у людей. Если в любое время, в любом месте в нашей стране гражданин и человек желает либо в одиночестве, либо вместе с другими в общине исповедовать ту веру и ту верность, которая есть в его сердце, это право у него есть. Бывают разные времена, действительно. И зачастую когда-то брошенные семена долго не дают, они дают те всходы, как уже здесь было сказано, то замечательное поле подсолнухов, которое здесь есть. Но порой приходится ждать плодов. Но я думаю, что эти плоды все-таки последуют. Вот. Я хочу вам пожелать успехов, плодотворных воспоминаний в эти дни. Вот. И всего вам самого доброго. Спасибо, что... Игорь Иваненко, чтобы он также сказал несколько важных слов. Он является крупнейшим религоведом в России, который составил фундаментальные труды по исследованию нашего общества, которые сейчас практически являются учебниками для многих высших учебных заведений. Итак, давайте поприветствуем Сергея Игоревича Иваненко. Признателен за те теплые слова, которые я сейчас услышал в свой адрес. И будет очень хорошо, если мне удастся хотя бы к концу жизни им соответствовать. Мне представляется, что здесь очень отмечаются важные события, и я хотел бы действительно понять, что же произошло 40 лет назад, и как это все влияет на нашу современность и может оказать воздействие на наше будущее. Что касается моих пожеланий, то когда я здесь бываю, я обычно желаю, чтобы следующее какое-то крупное мероприятие прошло уже в здании Московского храма. Hare Krishna. Is everyone comfortable? It looks like it might be some time. Всем удобно. Всем удобно, потому что времени много будет нужно потратить. If anyone wants to stand up and stretch, now is the time. Подняться, потянуться, вдохнуть полный легкий воздух. Вот сейчас для вас время есть, потом не будет. Давайте, вставайте. Take a good break. Hare Krishna. Hare Krishna.
shall we begin? So the theme of my talk tonight, тема сегодняшнего рассказа, is 5 days that changed the world forever. 5 дней, которые изменили мир навсегда. But I should give some background. Но я должен вам рассказать предысторию. I'll start with what the times, historical times, were like in the West when Prabhupada came to us. Я дам некую историческую перспективу тех того времени, во время которого Шрила Прабхупада приехал на Запад и пришел к нам. Perhaps by understanding this, you will have a better appreciation for the incredible events in Moscow of June 1971. И надеюсь, поняв историческую перспективу, в которой Шрила Прабхупада приехал в то время, исторический контекст, вернее, вы сможете еще больше и глубже понять о том, что сделал Шрила Прабхупада, приехав в Москву в июне 1971 года. In the West, after the Second World War, there was an incredible period of prosperity. После Второй мировой войны на Западе наступил период невиданного расцвета. The Western world became more prosperous than any time in history. Запад стал переживать период расцвета, который никогда раньше не переживал в истории своей. As a result of this, most people now had what was called leisure time. И в результате этого экономического расцвета, процветания, у людей появилось то, что раньше у них не было – свободное время, досуг. The young people, the children from our parents, for the first time in history, began to become highly educated, the entire population. И в первый раз за всю историю западные люди, молодые люди, которые стали рождаться в этих семьях людей, стали получать очень хорошее образование, которое раньше не видели. And there were, for the first time in history, there were mass communications. И в первый раз в истории Запад также стал развивать то, что называется массовыми коммуникациями. The radio, the television, средства массовой информации, telephones. For the first time in history, entire nations could talk with each other. В первый раз в истории, своей истории, эта западная цивилизация была способность разговаривать самой собой посредством телефонов, радио, телевидения и так далее. So into this huge population, millions and millions and millions of young people with great prosperity, high educations, leisure time and communications. И вот стали появляться миллионы молодых людей, целое поколение молодых людей, у которых были все эти блага современной цивилизации, экономический прогресс, масса свободного времени, замечательное образование и современные средства связи и массовой информации. This young generation began to seek out what is the truth, what is the meaning of life. И поэтому это молодое поколение людей стало искать подлинный смысл жизни, искать истину. We were not interested in the boring life of our parents and the hard-working life of our parents. Нам не хотелось вести такую же скучную и утомительную жизнь, исполненную тяжелого труда, который вели наши родители. People began to experiment with drugs, looking for these expanded consciousness in drugs. Люди стали экспериментировать с различными наркотиками, наркотическими веществами, чтобы пережить состояние так называемого расширенного сознания. And in music, there was a new explosion of music. И музыкальная культура также пережила целый бум, взрыв новой культуры, новых направлений. Young people began to look in philosophy. Молодые люди стали интересоваться философией. And also there was a new desire to understand Eastern mysticism. В них также пробудилось неизвестное ранее им самим желание понять восточный мистицизм. In other words, to understand the meaning of everything, the absolute truth. Другими словами, понять абсолютную истину или понять цель всего. In those days, 1950s, 1960s, nobody knew much about India. В те годы, 50-60-е годы прошлого века,
людям на Западі було дуже мало відомо про Індію. India was a mysterious place that we only heard about. Єдине, що ми слышали про Індію, то, що це була соло містична країна. Where the men played the flute and the snakes were in the basket. Нам Індія представлялась такой загадочной страной, где какие-то люди играли на дудочках и змеи высовывали свои головы из корзины и начинали танцевать в такт. And we heard about yogis living in the Himalaya. Мы слышали про йогов, которые жили в Гималаях. But and out of these millions of young people began to gather in two places, New York City and in San Francisco, California. И эти 7 миллионов молодых людей, многие из них стали собираться в двух местах в Соединенных Штатах, в Нью-Йорке и в Калифорнии, а и в Сан-Франциско в Калифорнии. Suddenly in one neighborhood 200,000, 300,000 young people looking for the meaning of life. Вдруг внезапно какой-то конкретный район этих двух городов вдруг наводнялся сотнями тысяч людей, 200-300 тысяч молодых людей вдруг приходили туда и поселялись там и начинали искать смысл жизни. And into this perfect situation, for the first time and only time in history that this has occurred, came Prabhupada. И вот Шрила Прабхупада явился в такой уникальный исторический контекст. Первый раз в истории, единственный раз в истории западной цивилизации, когда эти молодые люди, имеющие эти интересы, собрались в таких больших количествах в этих местах, явился Шрила Прабхупада. He was the only, the first and only man from India, Swami from India, who came into our midst and lived with us. Он был первым и единственным настоящим Свами, святым человеком из Индии, который приехал из Индии, поселился прямо рядом с нами, бок о бок. Now how could he attract us? Как же он мог привлечь нас? We were all beautiful young people, dressed in beautiful clothes, with lots of money, high education, and these drugs that made us feel good. Мы все были молодыми, красивыми юношами, девушками. У нас было огромное количество денег, мы были одеты в красивую одежду, у нас было очень хорошее образование у всех нас, и мы также экспериментировали с наркотиками, надеясь испытать состояние от этого блаженства. He didn't have any books. There were no books. He had no pictures. У него не было ни книг, ни иллюстраций. But we saw the Swami. We only saw the Swami, and the first thing that attracted us was his beauty, his personal beauty. Но когда мы увидели этого Свами, то первое, что привлекло нас к нему, это его личная красота. He was the most dignified and beautiful person that we had ever seen. Он был самым благородным и самым прекрасным человеком из всех виденных нами доселе. His beauty was on all sides. И его красота была всеобъемлющей. He was on one aspect he was aristocratic and majestic. С одной стороны, он был очень аристократичным, очень царственным. On the other hand, he was also ordinary and common and friendly to us. А с другой стороны, он был очень доступным, понятным и очень дружелюбным по отношению к нам. His every move and every expression was so graceful and sweet. Каждый жест и каждое выражение лица Шрилы Прабхупады было наполнено изяществом и сладостью. And yet very strong and forceful. И в то же самое время был наполнен силой и могуществом. He seemed at the same time very remote and far away, but at the same time very intimate. Он казался нам, с одной стороны, очень далеким, очень недоступным, очень возвышенным, в то же самое время казался очень близким. He was very masculine and strong as a man, but he was also beautiful and feminine. У него была, то есть, неоспоримая мужественность. Он был очень мужественным, очень решительным человеком. В то же самое время придал очень, очень большую мягкость, которая свойственна женщине. He was at the same time an old wise man and a child. Он был одновременно очень мудрым, старым человеком, пожилым. В то же самое время был ребенком. He was the most experienced person. Он был, с одной стороны, очень опытным и искушенным, and yet totally innocent at the same time. Совершенно наивным и невинным. Recently, I've been researching for my own book about those times. Недавно я проводил какое-то время, собирая материал для своей книги, посвященной тем временам. And I looked at more than 20,000 color photos and 15,000
black and white photos of Prabhupada. Я пересмотрел одну за другой 20 тысяч цветных фотографий Шрилы Прабхупады и 15 тысяч черно-белых. 35,000 photographs of Prabhupada. Представьте себе 35 тысяч фотографий Шрилы Прабхупады. And each one of them is perfectly beautiful. И на каждой из этих 35 тысяч фотографий Шрилы Прабхупады сияет безупречная красота. Его красоты. He had knowledge. He seemed to know everything. Было, мы поражались его знанию. Казалось, он знал все. At first, he explained very simply to us who is God. Вначале он объяснил нам очень простых словах, кто такой Бог. Not only who is God, but what He looks like, what He does, what He eats, who His friends are, His family, everything there is about God, He knew it. Не только кто такой Бог, но как он выглядит, чем он занимается, что он ест, как выглядят его друзья, его семья. Он знал все про Бога. And then he taught us very simply who we are and what our purpose in life is, what is the meaning of life, how we should guide all of our activities. И он также потом начал объяснять нам очень просто, кто мы, в чем цель нашей жизни, в чем мы ценности, как мы должны вести свою жизнь к этой цели. Isn't it a beautiful, simple picture? Удивительно прекрасная картина является нашим взором, да? It's so easy. Очень просто. And this knowledge of God, of the Absolute, he not only had that, but he also had the most practical knowledge about everything. Но не только, он давал не только это абсолютное знание о Боге. Когда речь заходила о каких-то практических вещах, он тоже знал абсолютно все о них. He knew, he taught us how to dress, how to eat, how to cure ourselves if we were sick. Every situation in our lives, Prabhupada had the answer. Он учил нас, как одеваться, как есть, как лечиться, если мы чем-то заболевались. С какими бы жизненными потребностями, ситуациями мы не сталкивались, Прабхупада был ответ. My first experience with Prabhupada as a devotional service, he told me, he called for me. Первый раз, когда я получил непосредственный урок от Шрилы Прабхупады в преданном служении, был тогда, когда Прабхупада сам позвал меня. I was just a new man, a new person. Я был совершенно новичком в то время. The Swami has called me. Oh, I don't know what to do. Свами меня позвал, не знаю, что теперь делать мне. So I went to his room. Я зашел к нему в комнату. I didn't know. I didn't bow down. I didn't know how to address him. I went over to shake and shook his hand. Я не знал даже, что нужно делать, кланяться. Не склонился перед ним и не знал, как себя правильно вести, как его поприветствовать. Подошел и протянул ему руку до рукопожатия и пожал. And we had raised some money from a dance that we had put on, a charity dance that we had raised almost $2,000 for the temple. Мы провели особую программу, которая называлась Mantra Rock Dance. Мы там собрали примерно, это был благотворительный такой концерт, и мы собрали на этом концерте примерно $2,000 для храма. So he said, I understand that you have sponsored this dance and you have made some money. Do you know how to keep the books? И он сказал, мне сказали, что ты провел этот благотворительный концерт, и ты выступил одним из его организаторов, и вы в результате этого концерта смогли собрать определенную сумму денег. А ты умеешь вести бухгалтерский учет? I said, no, Swami, I don't know how to keep books. Мне сказал Свами, я не знаю, как вести бухгалтерский учет. And he said, then you will come each morning and sit with me, and I will teach you bookkeeping. Хорошо, сказал Прабхупада, тогда ты должен будешь приходить каждое утро сюда ко мне, я буду тебя лично учить искусству бухгалтерского учета. So that was my first service. Every morning, sitting beside Prabhupada on the Swamiji, he didn't have Prabhupada yet, the Swami, to sit with him while he showed me bookkeeping, expense, income and expense. И вот это было моим первым служением. Каждый раз я приходил тогда, его тогда не называли его Прабхупадой, мы называли его Свами. И он подходил к нему, каждое утро я садился рядом с ним, и он собственноручно учил меня, как заносить статью, заполнять статью расходов и приходов в книге бухгалтерского учета. So he knew everything. He knew about God, where I'm coming from, where I'm going. And also he knew how to keep the books. Прабхупада знал все, он знал, кто такой Бог, он знал, откуда я пришел и куда иду, и также знал, как вести бухгалтерский учет.
I have another story that well illustrates Prabhupada's and Swamiji's practical knowledge. У меня есть другая история, которая замечательно иллюстрирует практическую осведомленность Шрилы Прабхупады. One time we were in West Bengal. Однажды мы были с ним в Западной Бенгалии. And he wanted to visit his spiritual master's brother named Lalit Prasad. Шрила Прабхупада хотел навестить брата своего духовного учителя, которого звали Лалита Прасад. Lalit Prasad was an old man, more than 90, and he lived in a small village about 10 kilometers from the main road. Лалита Прасад тому времени уже был старым человеком, ему было за 90 лет, и он жил в маленькой деревне, которая находилась примерно в 10 километрах от главной дороги. So Prabhupada asked me to drive him there. Шрила Прабхупада попросил меня отвезти его на машине туда. In those days in Calcutta we had a big old American car called Dodge. И в то время мы в Калькутте ездили на большой старой американской машине, которая называлась Dodge. So we were driving to Lalit's place on this small road, very bad road. И мы поехали на этом Dodge в деревню, где жил Лалита Прасад, по очень плохой сельской дороге, очень узкой. And some kilometers before reaching the village, we came to a bridge. Не доезжая нескольких километров до этой деревни, мы вдруг подъехали к мосту. And the monsoon rain had washed the bridge out, both sides of the bridge, about maybe 1 to 2 meters. Gaps to the yes. Bridge. Сезон дождей, когда он прошел, то эти струи дождя размыли почву перед мостом и после моста, и там взяли такие ямы перед мостом где-то двухметровой ширины и после него. And in the back seat of this Dodge, there are three or four sannyasi, big sannyasi. И на заднем сидении этой машины Dodge сидели три или четыре больших sannyasi с вами. And Prabhupada sitting here in the passenger seat, and I'm driving. Шрила Прабхупада сидел спереди на пассажирском сиденье, я находился за рулем. So we came to this bridge, and I said, Prabhupada, what to do? The bridge is washed out. И мы подъехали к мосту, и я сказал, Прабхупада, что же нам делать? Смотрите, мост размыло. So he thought a moment, and then he said, these men will get out. И он подумал секунду, и потом сказал, вот эти заднего сиденья выйдут. And then you back up about 50 meters. Отъедь, пожалуйста, примерно на 50 метров назад. And go very fast, and we will go across. С большой скоростью ты должен, разогнавшись, перелететь и попасть на мост, и так мы проедем. My spiritual master knew everything, so I obeyed. И мой духовный учитель знал все, я повиновался его указаниям. I was very worried. Я очень боялся. Very fast, and shifted into the gear, and we flew across the bridge, across that the holes and stopped, and all this red dust is coming up in the air. Я так и сделал, отъехал назад, как Прабхупада мне сказал, потом дал газу, перекусил на быструю скорость, коробку передач и нажал на педали. Перелетел через мост и приземлился уже по ту сторону моста в клубах красной пыли, летевшей вокруг нас. I looked over at Prabhupada like this, and he was just sitting like nothing happened. Сидел так невозмутимо, как будто ничего не произошло. The big sannyasis came down, walked through the canal, and back in the car, and away we went. Sannyasi пешком перебрались этот канал, они спустились, потом поднялись вверх, и так мы проехали через препятствие. Prabhupada knew everything. Добрались до деревни. Прабхупада знал все. And each of you, each devotee, has a particular relationship with Prabhupada. И у каждого преданного были особенные взаимоотношения со Шрилой Прабхупадой. Some devotees feel like he is their master, and they are in a very humble mood. Кто-то относился к нему как к своему повелителю, господину, очень кротко и смиренно. Some devotees may even feel like they are the mother or the father of Prabhupada. А кто-то относится к Шриле Прабхупаде как отец или мать относится к своему ребенку. Or his friend, or his... Everyone has a separate and special relationship. Кто-то как другу. В общем, у всех были особенные отношения к нему. But the personal identity that I had with Prabhupada was called the adventure mood.
А я в роли, то есть Игорь Шилопад играл особую роль, роль искателя приключений. To me he was the leader of the pirates. Вот для меня он был главой пиратов. Those were the days in the 60s, we had certain expressions like do your thing, take it to the limit, go for it. Главарем пиратов, вернее. В те времена, в те 60-е годы, у нас был свой сленг, у нас были слова, которые мы использовали, там, дожми до ручки, например, делай свое дело, и просто делай, что ну, хочешь, что в таком духе. У нас наверняка такой же сленг, как здесь, в России, я просто его не знаю. Prabhupada was the living example of this adventure man. Шрила Прабхупада был примером такого искателя приключений, неустрашимого. You may have read his diaries, how he came to America. Наверняка многие из вас читали его дневник, в котором он описывает свое прибытие в Америку. I mean, I just turned last month 69, which is the same age Prabhupada was when he came to America. В прошлом месяце мне исполнилось 69 лет. Это был тот самый возраст, в котором Шрила Прабхупада приехал в Америку. And I can't imagine how he did it. Я не могу представить себе, как он это сделал. He not only had no friends, no money, no connections. У него не было ни друзей, ни связей, никаких ни денег. But he sat down for one year, nearly one year, before he established himself, and suffered very badly. Но не только это, он в течение целого года провел в одном месте, просто сидел, и ему приходилось очень трудно, было очень много страданий, трудностей. But he never gave up. Each day, if you read his diary, each day he keeps trying something, trying something. Если вы прочитаете его дневник, в котором он описывает эти дни в течение этого года, то каждый день Прабхупада описывает, как он продолжает пытаться, продолжает прилагать усилия. Он никогда не оставил своих попыток. And I think the essence of this, of Prabhupada's entire adventure. И я думаю, что сутью всего этого путешествия, приключения, на которое отправился Шрила Прабхупада, is that if you do something for Krishna, if you take a very, very big risk surrendered and all of this. Я не раньше нам хорошо говорил, что мы были пионерами, и как мы всем пожертвовали, и все такое. But we were having more bliss. And anyone we knew. На самом деле, мы были в таком блаженстве, которое мы не могли бы ни с чем сравнить. We were taking great risks, sacrificing everything. Мы рисковали чем угодно, жертвовали чем угодно. But we got to see Krishna pulling the obstacles out of our path. Но прямо на наших глазах Кришна лично собственными руками раздвигал все препятствия с нашего пути. So, in this very short time, I mean, I should also say here that compared to the risks we took in those early days, the risks that the early pioneers here in Russia suffered, and the surrender and the risks they took our risks were nothing by comparison. Но я также должен здесь сказать за это короткое время, что у меня есть, что на какие бы риски мы не пускались тогда и чем бы мы не жертвовали. Те риски и те жертвы, которые совершили преданные, которые начинали сознание Кришны здесь, в этой стране, в бывшем Советском Союзе, наши жертвы и риски просто меркнут по сравнению. But we'll come to that a little later. Но мы к этому перейдем еще, чуть попозже. So in this mood that Prabhupada was the king of the pirates, the king of the adventurers. И поэтому для нас, находящихся в таком состоянии, в таком настроении, Шрила Прабхупада был главарем пиратов, был царем пиратов, был главой этих искателей приключений. This inspired hundreds of us. In those days, maybe 20s and 30s and 40s of us, then 50s, then 100, to go out and take great risks. And in 4 or 5 years, we had spread Krishna's name all over the planet. И вот именно этот дух, такой дух приключений, дух авантюризма, который был у Шрилы Прабхупады, и вдохновил всех нас. Вначале это было 20 человек, потом 30, потом 40, 50, и потом, в конце концов, 100. Но нам удалось за 5-6 лет, благодаря этому духу, который мы унаследовали, Шрила Прабхупада распространить имя Кришны по всей планете. I'm talking about the time before he came to Moscow. Я говорю сейчас о том времени, предшествующем его приезду в Москву. Just an example of the risk we took, the faith that we had,
There was one music group that was very famous in the world in those days called the Beatles. The Beatles. И в качестве иллюстрации тем тому риску, на котором были готовы пойти и силе нашей веры, я хотел привести историю про эту знаменитую музыкальную группу тех времен. Она была очень популярна по всему миру, ее звали Beatles. So we said, well, let's go to London and meet the Beatles. И мы решили, поедем-ка мы в Лондон и встретимся с Битлами. No one can meet the Beatles. Everyone in the world wants to be friends with Beatles. No one can do it. Но все люди в мире хотели подружиться с Beatles, и никому это не удавалось, потому что они были недоступны. Within 3 months of arriving in England, и через 3 месяца по прибытию в Англию, because of our faith and belief in Krishna and Prabhupada, из-за нашей веры и уверенности в Кришне и в Прабхупаде, we were living in the Beatles' house. Мы жили в доме Beatles. When Prabhupada came to London, he was living in the Beatles' house. Когда Прабхупада прилетел в Лондон, он тоже там же поселился. There's one I have one special example story of Prabhupada's courage that. И хотел привести рассказать одну историю, которая иллюстрирует смелость и отвагу Шрилы Прабхупады. This is my favorite story because it illustrates Prabhupada's fearless courage. Это моя любимая история, потому что она замечательно демонстрирует бесстрашие и смелость Шрилы Прабхупады. One time we were in Mexico in a small town called Cuernavaca, Mexico. Однажды мы были в Мексике в городе, который называется Куэрнавака. And you may know in Mexico and Spain and places they have a ring, a big stadium like your stadium over here, the hockey stadium, but for killing the bulls. И вы знаете, может быть, что в Мексике и в Испании есть такая традиция, они строят большие стадионы, похожие по масштабу с этим стадионом для игры в хоккей, который стоит у вас здесь на заднем дворе. Thousands of people. И вместо того, чтобы там... Thousands of people sit in this stadium and watch people kill bulls. Но на этот стадион люди приходят не чтобы в хоккей посмотреть, а чтобы наблюдать за корридой, как люди убивают быков. Тысячи людей собираются. So there was a program that Prabhupada is speaking in this place. И вот Прабхупада проводил программу вот в таком большом стадионе, где люди приходят на корриду. It's called the Corrida, the bull ring. Называется корида или место для бычьих боев. So Prabhupada came there and spoke. Not many people came. Прабхупада приехал и провел программу в этом стадионе. Собралось не так-то много людей. But Prabhupada always spoke, if it was 5 people or 5,000 people, he always gave it full attention. Но неважно, сколько бы ни собиралось людей на лекцию Прабхупады, 5 или 5000, Прабхупада отдавал им свое безраздельное внимание. So he, after finishing the program, it was dark. И когда программа закончилась, уже стемнело. And we began to walk back to the car. И мы пошли пешком к нашей машине после программы. Myself and maybe 4 or 5 big sannyasis and Prabhupada. Я шел со Шрилой Прабхупадой вместе, и было еще 4 или 5 больших крепких саньяси. And as we walked up the street, и как, пока мы шли по улице, a man who was very drunk in a big hat. Появился человек совершенно пьяный в огромной шляпе. He stumbled toward us, and before we could react, he almost fell into Prabhupada. И он, подшатываясь, направился в нашу сторону, и не успели мы даже опомниться, как он практически упал на Шрилу Прабхупаду. Prabhupada raised up his cane. Прабхупада поднял свою трость. And hit him, boom, on the head, like that, and the man went, boom. И ударил его по голове. От этого удара человек упал навзничь. And then he just kept walking. Like, Прабхупада продолжил идти дальше, как будто ничего не случилось. So all these big sannyasis could not protect him. Никто из саньяси не поспешил на защиту Шрилы Прабхупады, он сам о себе позаботился. So then in 1970 we came to India. В 1970 году мы прилетели в Индию. Maybe there were 30-40 Western devotees there with Prabhupada in India. В то время в Индии находилось примерно 30 или 40 преданных Запада вместе со Шрилой Прабхупадой. So in a very short time, I think from September 1970, within 6 months,
Hare Krishna was the talk of India. И за очень короткое время, начиная с сентября 1970 года, за 6 месяцев, это Хари Кришна, или сознание Кришны, облетело всю Индию, все только об этом и говорили. We had an established presence in India, in Bombay and other cities. Everyone knew about the Swami and his Western disciples. Мы утвердились сразу в этих крупных городах Индии, Бомбее и в других городах, и все только говорили как о Свами и о его западных учениках. So we've seen Prabhupada's beauty. Итак, мы видели красоту Шрилы Прабхупады. His great knowledge. Его knew everything. Бездонное знание, он знал обо всем все. His adventure and risk-taking. Его такая бесстрашная природа, готова идти на любой риск. These are some of the qualities of a perfect person. Все эти качества присутствуют в совершенной личности. But Prabhupada had another quality, which I would call his magic quality. И я хотел бы также сказать про еще одно качество Шрилы Прабхупады, которое я бы назвал волшебным качеством. His mystical nature. Его особенная мистическая природа проявляется в этом качестве. These were the days, late 60s, were the days of magic. Потому что эти годы, конец 60-х годов, они проходили под знаком этой волшебства и магии. All of the popular music was about magic. И вся поп-музыка в то время говорила и пела только о магии и волшебстве. Yeah, the psychotropic drugs were magical experiences. И психотропные наркотики также преподносились как волшебные переживания. And we could see that Prabhupada, the Swami, was in touch with magic. И мы видели, что сам Шрила Прабхупада тоже очень тесно непосредственно связан с волшебством. He told us, he said, you can see Krishna very easily. God himself, you can see him personally just by singing his name. Он сказал нам, например, что вы можете непосредственно лицом к лицу, воочию увидеть Кришну, Верховную Личность Бога, своими собственными глазами, просто посредством Его Святого Имени. And just by doing some little service, Krishna will personally come and be with you. Если вы окажете Кришне какое-то небольшое служение, то благодаря этому небольшому служению Кришна согласится лично прийти и быть с вами. So this magic quality. Вот это качество волшебства, которым отличался Прабхупада. For example, I mean, we began to expect magic in our lives. Мы уже приучили себя ждать волшебства в нашей жизни. For example, one morning we had no money. Однажды утром, например, мы обнаружили, что у нас нет денег. In San Francisco, none of the devotees even had jobs. В Сан-Франциско в то время мы жили, и ни один из преданных не работал на работе. And we walked out, my wife and I walked out, Malati walked out on the street early one morning to go to the temple. И мы со своей женой, с Малати, проснулись утром и пошли, вышли на улицу, чтобы пойти в храм. No one is on the street, it was early morning. Ранним утром на улице, улица была безлюдна. And all of these $100 bills came blowing in the wind down the sidewalk. И вдруг ветер стал нам в лицо буквально швырять $100 купюры. So we just picked them up. You know, we expected Krishna would send us the money. We picked it up and went to the temple, paid all of our bills. Мы ожидали, что Кришна пошлет нам деньги. Вот послал, и мы собрали деньги, пошли, заплатили по счетам нашего храма. So the Swami took us on this magic carpet ride. И вот Свами на своем ковре-самолете, это волшебном ковре буквально, отправил нас в это путешествие, взял с собой в это путешествие. It was as then as it is now. There's never been a change in my life since I met the Swami. It's all been a magic carpet ride. И скажу вам, что с тех пор ничего не изменилось. Как тогда мы летали на этом ковре с самым великим, самым удивительным чудом, которое совершил Шрила Прабхупада за все то время, что был с нами. The most powerful display. Самым грандиозным проявлением его волшебного искусства. Prabhupada's magic and mystical power. Его магического и мистического могущества. Was the 5 days that he was in Moscow. 1971. Были те 5 дней, которые он провел в Москве в 1971 году. That's 40 years ago, exactly. Ровно 40 лет назад. It was a telescoping of time. Это как будто мы смотрим на это время в телескоп. Yeah, compressed. Uh-huh.
То есть это как будто время сжалось, как телескопное телескопически сжимается в маленький кусочек. Точно так же это время сжалось за эти 5 дней, и вместилось очень много времени в эти 5 дней. It was a compressed miracle. И это было такое концентрированное чудо. It changed the consciousness of the largest nation on earth. Эти 5 дней поменяли сознание величайшей, самой большой нации на поверхности Земли. And I was fortunate enough to be a witness. И я очень, не очень повезло, что я оказался свидетелем этого. But... I still see some of the old men there. Я по-прежнему вижу старую гвардию там, немногих, но... Some of the old ladies still here. Пожилых женщин также с тех времен. But before I describe those 5 days, I suppose I should, because there are not many of us old people left, most of you are very young, I should describe some of the historical background. Но поскольку здесь нас, стариков, не так много в аудитории, большинство молодых людей, я все-таки посвящу некоторое время, чтобы описать исторический контекст. In 1970, before 1970, the world was sharply divided into two camps. В годы, предшествовавшие 1970-му, весь мир был разделен, очень резко разделен на два противостоящих лагеря. Divided by what they called the Iron Curtain. И разделительной границей служило то, что называли тогда железным занавесом. There was on this side the Eastern Bloc, the Russian Empire. С одной стороны была Русская империя, был этот Восточный блок. And on that other side of the fence was the non-communist Western capitalist countries. А с другой стороны были капиталистические страны, которые противоборствовали коммунизму. It was two ideologies, practically, communism and capitalism. Весь мир был разделен на эти две идеологии, капитализм и коммунизм. And the world was divided, sharply divided, these two into these two beliefs. Мы этот водораздел проходил очень резко по всему миру, разделяя его на два этих убеждения. Every nation in the world was either communist or non-communist. И каждая нация в мире принадлежала либо к одному коммунистическому лагерю, либо другому некоммунистическому. There were very few neutral countries. Очень немного было нейтральных стран. So the tension, the pressure in the atmosphere was very high. И это напряжение, противостояние, оно стало очень интенсивным, очень, очень сильным в атмосфере. This lasted for decades, from the Second World War, for several decades. Это напряжение, противостояние продолжалось в течение нескольких десятилетий после Второй мировой войны. And what made this curtain so impenetrable was a nuclear standoff. И что сделало этот железный занавес таким непроницаемым, это было ядерное противостояние между двумя блоками. Each side thought that the other side would destroy them with nuclear weapons at any moment. Потому что каждая из сторон противоборствующих подозревала другую в коварных планах по